Тупо ты на один удар остаешься, хотя у тебя здоровье красного как бы. Нифига себе комната! Я такое впервые вижу, сейчас будет здесь целая тонна лута. О-о-о-о. И всего один артефакт, причем какой-то паленый. Ну ладно, я жаловаться не могу. Шикарная комната, что мне нравится. И всем привет, и добро пожаловать на канал Леон в челлендже по Айзеку. Сегодня у нас 16-й челлендж, да? Да, 16-й челлендж под названием Computer Savvy. Или как-то так считается, надеюсь, что правильно прочитал. Переводится это как компьютерная смекалка или что-то так в этом духе. У нас XL этаж. Это достаточно простой челлендж. На самом деле я вот записываю немножко спонтанно сейчас. У меня сейчас какой день недели-то? Четверг, ночь на пятницу. Просто дело в том, что завтра я уезжаю на дачу внезапно, и поэтому у меня сейчас я уезжаю на один день, то есть субботу вечером я возвращаюсь. До субботы у меня все заснято, а дальше нет. Я в субботу, у меня вечер занят, к сожалению, поэтому я не успею два видео записать, которые у меня запланированы на воскресенье, поэтому я решил так бац, ночь я решил записать. И пофиг, что я сейчас буду ночью болтать. Вот так-то. Иногда такие спонтанные ситуации происходят. Ну, все. Такой простенький этаж. У нас... А, это же Excel, точно. Для Excel это вообще легкий этаж. Прям совсем... полегче, ребята. Давай. Что из себя представляет этот челлендж? У нас есть технология 2 и есть погнутая ложка. Технология 1 это делает вот лазер, который у нас иногда стреляет. Наносит наш урон, вроде как. Но стреляет из одного глаза. То есть из второго глаза по-прежнему будут слезы. Вот как-то так. И при этом это лазер, он типа проходит через врагов, но не проходит через препятствия. Соответственно. И вторая технология. А, кстати, есть такая особенность, еще прочитал, что у Каина ведь один глаз. И у него эта технология будет стрелять из одного глаза, и из второго слезы не будет вылетать. Уж все про это я не знал, например. Это очень такая забавная особенность. И самый приятный для нас босс из-за того, что здесь камни есть. Есть технология 2 у нас, которая нам дает сплошной такой лазер, который... Ну, сплошной лазер, да, но у него... Он добавляет нам множитель атаки 0.65, то есть то, что меньше единицы, это понижение. То есть она понижает атаку примерно на 35%. Не очень приятно, на самом деле. Но при этом мы наносим урон за тик, по-моему, 20% от нашего. Сколько ударов за у нас за секунду идет, я не знаю, честно говоря. Так, у нас здесь ошейник Гаппи, нам он не нужен, я думаю. Думаю, его в баню. Так, мы можем поискать секретку, наверное, где-нибудь слева. Кстати говоря, у меня сейчас я запускал Steam, у меня такая радостная новость появилась, похоже. Во-первых, их две. Во-первых, мне сегодня написали в комментариях по Enter the Gungeon, что... Ну, я не знаю, насколько это актуально говорить во серии по Айзеку. Смотрят ли те, кто смотрит Enter the Gungeon, еще серии по Айзеку. Но в Enter the Gungeon выйдет апдейт 5 апреля, по-моему, анонс сделали, если не ошибаюсь. То есть уже скоро-скоро. Я ожидал это, на самом деле, гораздо позже. Либо летом, либо осенью вообще, я думал, будет. И в Dead Cells, когда я запускал Steam, у меня начало грузиться какое-то обновление, я не понял какое. Возможно, то обновление, которое должно было выйти в конце месяца, DLC. В нем должны были осколки порезать, которые мне так понравились. В общем, сейчас у нас, походу, будут несколько игр с обновлением. Сначала Dead Cells, а вскоре еще и Enter the Gungeon. Что же касаемо Айзека теперь. Возвращаемся к Зелегу. Погнутая ложка нам еще так сдана со старта, но это просто, она надо делать наши слезы фиолетового цвета и дает им эффект самонаведения, собственно. Это челлендж открыт со старту, и наша цель, соответственно, это нога мамы просто. В награду нам дадут робо-малыша, собственно, у нас такая вот, видите. Специфика есть, наверное, на этом забеге. Это, собственно, всякие технологии. Рядом было. Технология этот раздвоится, да? По-моему, да. Угу. Это технологии. И нам в награду дают также технологию, можно так сказать. Ну, робо-малыша 2.0. Или как так он называется. Красночок. Я бомбы толкать не могу, у меня слезы. Слезы не толкающие. Он, в общем, не привязан к нам. Он двигается в зависимости от того, в какую сторону мы стреляем. То есть мы управляем, по сути, им кнопками стрельбы. Примерно так. Слушайте, какие короткие этажи нам попадаются. Прям вообще коротенькие. Или мы так... А, это мы так удачно идем, похоже. Что делаешь-то? Чемпион, голова этого самого кого-то, как он там... Что-то он непонятное. Стреляет как-то. Я не понимаю, как я уворачивался до этого.
Что я ни одну атаку его не предсказываю, просто наобум куда-то уклоняюсь. Думал, а вдруг я не буду сейчас, стоять на месте. Ой, у нас сейчас эта самая сделка прогорит, кстати. Если мы еще один удар получим. Зря я как-то провтыкал так. Тихо. Стараемся аккуратненько. Балда такая. Слил нам сделку. Еще что? Он больно бьется, он же по сердцу отнимает. Наш чемпион, точно. И этот робо-малыш, он, собственно, самостоятельно стреляет. Челлендж достаточно простой, потому что сочетание лазеров плюс самонаведение делает их очень легкими. Потому что они просто могут почти по всей комнате вот так вот лупить. О-о-о, вот так вот, да-да-да. Но, конечно, урон у нас маленький, откровенно говоря. С боссами будет проблемы, с монстрами никаких. Челлендж достаточно простой, но приятный. Такая комбинация, которую я сам, в принципе, тоже люблю убирать зачастую, когда попадает, соответственно. Особенно это хорошо заходит с Бримстоуном, вообще тема. Считайте, у вас лазер мощный, но при этом он также изгибается, как вот, вот так вот. Целиться толком не надо. Так, у нас на этом этаже у нас 100% на сделку, кстати. И 50% на ангела. Главное не слить. Я так понимаю, что первая проверяется комната ангела. Сейчас бы с одного паука два удара получать. Так, здесь есть синее сердце, мне бы его получить на самом деле. Можно вот это взорвать еще. Отлично взорвал. Так, налево, есть ли смысл проверять? А, здесь тоненько. А, нет, стоять. Может быть, здесь секретка вполне себе. Я чуть подумал, что это тонкая комната. Да, она здесь есть. Но она немножко бесполезна. Печалище. Это челлендж недолгий, я не буду его на самом деле его сильно затягивать. Потому что да не вижу смысла особо. Предыдущий челлендж был повеселее, если честно. Он вообще как-то так странно очень закончился с босс-рашем каким-то эпичным. Если тут будет что-то в босс-раше такое нереально забавное, что может сильно изменить все и гарантировать на 100% победу, тогда может быть. Но этот челлендж, он гораздо слабее, чем предыдущий. Предыдущий нам прям имбу дали. Следующий челлендж, кстати, будет какой у нас? 17 номер. Слушайте, вообще, если честно, не помню, что он дает. Сломал какаху. Нет, нет. Пустышку, использовать. Enter the Gungeon перекочевывает Файзека. Пустышку. Да-да-да, вот сейчас она бы пригодилась прям. Не знаю, я серьезно, я хотел пустышку прожать. У меня прям желание дикое было. Ее тут нету. Нам еще то самое. Вот я закрою за этой самой, если ты не против. Вот я поэтому так и расстроился, когда у меня правая верхняя какаха сломалась, потому что она мне щит обеспечивала. Теперь у нас, собственно, шанс в основном на комнату ангела. Которая не заспавнилась. Ага, мы подбираем сердце, идем сразу на следующий этаж. Хорошо, хоть подобрали, они просто не просто перешли. Что это будет, наверное, один из рекордсменов по скорости прохождения челленджей. Один из самых коротких. Я сразу же сливаю черное сердце почти полностью. Наполовину, если быть точнее. Ну, неприятные комнаты, согласитесь. И вот, кстати говоря, вот этот лазер, то, что у нас двойной лазер, это в том числе немножечко неудобно в том плане, что мы реально не толкаем врагов. О, я вижу хороший камушек зато. Идите сюда. Ну, по крайней мере, он себя купил. Считайте ключик на халяву. Золотых комнат, как обычно, в челлендже в этом нету. Есть только магазины. Ага, есть тупичок. Ну, тогда нам надо возвращаться. Слушайте, у нас вообще... По сути, мы со стартовым сейчас уроном, со стартовыми предметами будем проходить. Потому что, смотрите. HP up нам дали. Бомбы с черным сердцем. Еще одно черное сердце с булавкой. Не помню, что-то еще булавка нам дает или нет. Range up нам вообще нифига не даст. По сути, у нас все то же самое, что изначально, только нам не регулярно восстанавливали здоровье просто, и все. Может, из босса что-то еще выпадет впереди? У нас, в принципе, есть пара этажей. А может быть, в магазине что-то будет, хотя у меня денег нет, на самом деле. Дик-дик. О, красная какая-то штуковина, которую я не помню, что дает. Благополучно забыл. И может быть... Так, что это такое? Extended Stat Effect Time. Что-то она, по-моему, со статами делала. Логичные записания вообще. Гениально. Ну, по-моему, серьезно, она что-то со статами делает, но не помню, в каких алгоритмах, почему и как, зачем. Я очень надеюсь на сделку с дьяволом, что она будет какая-то хорошая. Мне интересно, кстати, игра стала вдруг. А если там будет Крампус, и нам попадется уголек. Как уголек работает с лазером? Он же, типа, не увеличивается в размерах. Наносится ли ему больше урона он? О, мы белое сердце взяли. Я только по звуку определил, я не заметил его даже. Так, секретка. Секретка здесь нету, налево, может быть. Вот здесь прям напрашивается. Да, есть такая стена, в которой часто бывают секретки. Точно, точно. Так, с паперти.
Tears down, плохо. Lock up. Давай Tears up теперь. Range up. Паберти. Три паберти что-то дает, по-моему, да? Зрелость, что ли? Да, по-моему, зрелость это дает одно это красное сердце, что ли? Вот, кстати, вот этого босса очень приятно бить, потому что он свои какахи... Нет, я ошибся. Он свои какахи будет ставнить. Хорош прыгать. Почему я все выстрелы просто ловлю? Я думал, что его будет легко бить, потому что он вот этих мелких мы будем выносить легко. А мы как-то тупим сильно. Схватывая все его обычные атаки, нет, только... Хорошо, он два раза это самое делает свой прокат. Есть комната ангела, причем. Причем комната ангела, несмотря на то, что у нее как бы шанс был 50%, а у сделки сделала 100. Так, вопрос, что из этого? По-моему, вот это полет дает. Да, Flight, спектральные слезы, это хорошо. Тебя нам... Да давайте взорвем, допустим. Не знаю зачем, это красный ангел, к сожалению. Кстати, я не знаю реально, зачем я его взорвал, потому что у нас небольшие проблемы сейчас будут. Смотри на наш урон, его нету. Не смотрите на урон, нельзя посмотреть на то, чего нету, да. О, мы будем медленно его убить. Я просто подумал, что у нас еще впереди еще один этаж, и там будет комната ангела, возможно. Мы так шанс повысим. Просто я хотел еще подраться немножечко, но что-то переборщил я. 2.27 у нас урон, я не знаю, сколько за тик идет, но, по-моему, очень мало. С стартовыми слезами мы примерно с такой же скоростью, по-моему, убивать будем. Ну, конечно, стрелять зато нам намного легче. Мы можем из любой вот такой точки своей стрелять в него и не стоять ни на кресте, ни на плюсике, и он в нас лазером просто не попадет. Никаким образом, ни разу. Огоньки. Тихо, я думал, сейчас крестик сделает, я попаду. Сразу неудачно так будет. Безликий ангел. Почему у него лица нет? Кто украл твое лицо? Вот Арианги была серия с похитителем лиц, почему-то я его вспомнил, там были такие... Стремный такой кадр был, где мартышка оборачивается, и у нее нет лица. Костры я там не взорвал, потому что у меня всего две бомбы, я не думаю, что из них нам прям сильно-сильно надо сердце. В баню их. Такс. Вот это взорвем. Дурак. У нас полет есть. У нас есть полет. Не надо ставить бомбы и делать мостики, если мы летаем. Надо это запомнить. Хематема здесь. Плохо, как у нас здоровья мало стало. Не вовремя. Она еще Химантемезис, он вдропнул всего одно красное сердце. Обычно он типа там бывает от 2 до 4. Чаще всего у него попадается. Не-не-не-не. А сейчас только одно дал. Печаль. Вот это у меня, знаете, как у меня бывало сливал забег, я решил по фану сделать при помощи перерыв HP up. Health up, точнее. 12 сердец. И естественно, я потом использовал филю Химантемезис случайно. И у меня просто здоровья нету. Красные сердца мне никак было не убрать тогда. И, типа, синие сердца тоже не подобрать. И тупо ты на один удар остаешься, хотя у тебя здоровье красного как бы... Нифига себе комната! Я такое впервые вижу, сейчас будет здесь целая тонна лута. О-о-о-о. И всего один артефакт, причем какой-то паленый. Ну ладно, я жаловаться не могу. Шикарная комната, слушайте, мне нравится. Так, little baggy. Balls of steel, шикарно зашли. Окей, я пилюлям этому артефакту все простил. Так, тут у нас что? Range up, не страшно. Деньги нам не нужны. Ну ладно, ну раздают, то заберем. Ну за здоровье я платить не хочу. Это, знаете, реально как в настоящей жизни. Типа, сколько стоит один раз пожертвовать кровь, я точно не помню. По-моему, там пол-литра, что ли, или литр откачивают у доноров. По-моему, пол-литра. И за это платят 500 рублей, типа, что-то такое. Или, может, больше, хотя не знаю. Есть те, кто этим живут вообще-то. Я помню, когда учился в колледже, у нас предлагали, типа, тоже освобождают от пара на 2 дня, типа, официально. По-моему, там еще кормят, какие-то печенюшки дают, тебя записывают в доноры. Тебе, по-моему, 500 рублей дают или 1000, что-то такое. И вы идете, донатите кровь для каких-то там пожертвований, что-то такое. Странная какая-то тема, если честно, я ни разу не ходил. Потому что как-то мне кажется, что я себя потом хреново чувствовать буду. У нас были ребята, которые... Вот этот артефакт мне бы в обычном забеге! Мне бы в обычном забеге подобрать, чтобы он... Ах, блин, он же лостом может сам открыть. Он же на изи лост открывает. Да блин, ну почему он именно в челлендж попался? Ну, в общем, у нас были ребята, которые согласились, и один человек там чуть-чуть... О, damage up, yes! Сейчас все станет хорошо.
которые чуть ли нам сознание не потеряли на этом. То есть бывает такая вот реакция на слабость будто. О, я говорю, мне аж самому жутко становится. Ну погнали. О, это мамочка уже? Серьезно? А я только крики-то подобрал. Я что-то думал, что у нас еще предыдущий этаж. Блин, а почему я так думал? В смысле, Некрополис 2? Мы же только недавно взяли ключ. Да. Почему? Я, походу, обсчитался этажами или как? Я думал, что у нас предыдущий этаж, где мы взяли часть ключа, повысив шанс. Это был предпоследний. В смысле, не предпоследний, а предпредпоследний. У нас мамочка, кстати, чемпион, она спавнит. Она вот синенькая. Вот синяя, наверное, самая проблематичная, потому что она... как бы она остается такой, как обычная, но она спавнит гораздо более противных монстров. Вот эти мини-гриды, те ползающие, болтающиеся штуки, и пауки — это самое отвратительное. Хотя пауки сейчас для нас особой угрозы не представляют. Собственно, такой коротенький челлендж получается, достаточно простой. Не все челленджи являются прям таким испытанием-испытанием, но на самом деле... это челленджи, которые еще в первых версиях Айзека. То есть реверс еще. Посмотрим просто, что здесь такое у нас. У нас здесь ничего интересного нет, совсем не интересно, я не хочу. Они достаточно такие однообразненькие, что ли, ну простенькие в большинстве своем. Есть некоторые интересные, но вот это, допустим, я чисто прохожу скорее для галочки. Робо Бэйби 2.0 открыли. Следующий челлендж у нас будет какой, посмотрим сейчас и все. Вака-вака, по-моему, это что-то сложное было, не помню точно. The Host не помню, Family Man интересненькая, Purist не помню. И дальше вот начинается, которая Afterbirth и Afterbirth Plus челленджи, если не ошибаюсь, конечно. Вот они прям сильной направленности, и они все, по-моему, идут дальше мамочки. То есть дальше будет только мощнее челленджи. Но все-таки на этом видео мы заканчиваем сегодня. Такое вот коротенькое видео. Такой коротенький челлендж. Так, сюда не заходим. Вдруг здесь спойлеры будут какие-то. Всем спасибо за просмотр. С вами был Лёми. Надеюсь, что вам понравился такой коротенький, простой, приятный, наверное, забег. Не знаю. Я так немножко развился. Мне понравилось. Упс. Еще раз всем спасибо за просмотр. С вами был Лёми. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, оценивайте видео. Буду благодарен за любую обратную связь. А я желаю вам всем отличного настроения, позитивного дня. Всем удачи и до новых встреч. Всем пока.